У вас что здесь, рок-концерт? Ага, мы любим танцевать и петь. Ну, хватит, потанцевали и хватит. Ладно, стесняетесь, что ли? Ну, немножко, совсем капельку. Привет-привет, с вами Китти Кейт, и сегодня мы поиграем в моих любимых девочек-супергероев. Кстати, а ты любишь супергеройские штучки? Если любишь, обязательно ставь лайк. А мы начинаем. Смотри, какие у меня классные здесь девчонки. И кошечки, и собачки, и даже белочки. И даже вон волшебная фея какая-то есть. Я даже не знаю, кто она такая. А еще у меня подарочки есть. Денежки. Денежки лишними не бывают. А это у нас кто? Это что за цветочное чудо? Давай посмотрим, кто в этой капсуле. Очень уж интересно. Кстати, здесь капсулы в целом похожи на кукол Лол. Тоже можно открыть, можно посмотреть, а еще можно угостить яблочком. Ну, конечно же. А давай еще и девчушку угостим попкорном, пока она ждет эту новую девочку. Сейчас посмотрим, кто же там будет. Сейчас. Ну что, готовы? О, смотри, какая интересная девочка мне попалась. Все розовое и цветочное. Если она тебе понравилась, обязательно ставь ей лайк. А я пойду поиграю с ней немножечко. И в кошечки поиграю, и во всякие другие штучки. Так, в кошке только одна может играть. Эх, жалко. А еще мы можем устраивать дискотеку. Посмотри, как у нас тут весело и прикольно. Ой, а это что за подарочек? Прям не день, а радость какая-то. Что, два микрофона сразу? Так нам нужна певица. Давай-ка что-нибудь спой нам, пожалуйста. Эй, вы что разбегаетесь? Я хочу концерт послушать. Может быть, кто-то потанцевать хочет? Текс, пойдем со мной. Кто-нибудь, пойдемте со мной. Потанцевать здесь можно. Да что ж ты такое-то? Не хотят танцевать. Ну хотя, очень даже крутецкая группа получается. Мне нравится. Давай посмотрим, сколько у нас еще девочек. У нас еще две девочки не открыты. И мы, получается, открыли самую секретную. Ну ладно, давай посмотрим, какие у нас здесь мини-игры есть. А это у нас что такое? Потерянные костюмы? Да ладно, это же злодейщина. Помните? Она... Ой, не получилось, подождите. Еще разочек, пожалуйста. Она похищает волшебную силу. Давай посмотрим, чью силу она еще похитила. Даже у новой девочки? Да в смысле? Давай-ка ее попробуем догнать. Ну, я надеюсь, что у меня это получится. Так, все, потренировались чуток. Да в смысле не получается? Что за управление такое? Не управление, а ужас какой-то. Ладно, попробуем за эту девочку. Что-то у меня не получается прыгать и скакать. Видимо, это не мой конек. Ладно, сейчас попробуем так, вниз вот так вот. А вверх надо заранее прыгнуть. Все, теперь ясно. Здесь просто не надо тормозить. Надо, вернее, заранее прыгать и не рисковать до последнего. А то будет опасность. Так, я проеду внизу, потому что поверху я, если честно, побаиваюсь. Я вообще в таких испытаниях я в принципе боюсь, потому что мне кажется всегда, что я сейчас проиграю. Но это на самом деле всегда так не происходит, но да ладно. Смотри-ка, мы поймали эту девочку, и что нам дали? Нам дали наш волшебный костюм и энергию. Ух ты, энергия у нас в кармане. Так, а кто у нас здесь еще? А давай зайчика поездим. Посмотрим, сможет ли девочка зайчик или кролик забрать свою энергию. Ну ладно, давай разгоняйся и прыгаем вверх-вниз. И будем О, ничего себе, она два раза умеет прыгать. Да ладно, а что мне сразу не сказали? А это что такое? Это что за... Что, кто-нибудь знает вообще, что это за другая была какая-то ведь? Текс, а это что? Ускорение? Нет! А, ускорение все нормально? Подождите-ка. Я с ускорением могу через препятствия проезжать? Это как так получается? Я не очень понимаю, почему я проехала через препятствия. Ну да ладно, эту злодейку мы поймали и свою капсулу с силой получили. Это отличная новость. И смотри, сколько у нас уже целая куча капсул обратно вернулась. Это хорошо. А еще я хотела посмотреть, мне, по-моему, или показалось, что можно было наряжать девочек. Сейчас посмотрим. Ой, у них там зарядка какая-то. Надо было на зарядку идти. Так, что у нас здесь? А, подождите, эта девочка-то уже ведь наряженная.
А у нее ведь и так был костюмчик такой. Ты что сразу купальник-то сняла? Вернее, в купальнике стоишь. Сейчас юбочку тебе наденем. Ага, опять все за рекламу, ну как всегда. В общем, в этих играх постоянно все за рекламу. Вот я чем не люблю такие штукенцы, что все реклама, реклама, реклама. Ну что, отличный наряд получился. Давай еще кого-нибудь возьмем. Так, а кого бы взять? А давай огненного. А где? Вот у меня мой домик для того, чтобы ее переодеть. Сейчас что-нибудь нарядимся, красоту доведем. Так, посмотрим. Опять, кстати, все за рекламу. Ой, что? У нее купальник был? А почему я не знала? Это странно. Так, сделаем юбочку еще и туфельки. Маечку надевать не будем, потому что у нее и так все по красоте. Возьмем розовые кроссовочки. Ну что, настоящая девочка. И вовсе не супергерой, как будто бы. Но мы-то знаем, что она супергеройская. В общем, если тебе нравятся переодевашки мои, обязательно лайкосика моим девочкам ставь. А я пойду еще, знаете, кого переодену? Давайте зайчика возьмем. Зайчик, ты летишь со мной. Итак, зайчонку, сейчас посмотрим. Мне кажется, тоже... Что? У вас что, купальники одинаковые у всех? А почему? А как это понимать? Юбочку вот такое сделаем, и браслетик, мне кажется, надо сделать, потому что это красиво. Это миленько и красивенько. Отличная девчуша получилась, просто прелестная. У меня что, брекеты? А я и не замечала. Кто у нас там еще есть? Может быть, еще кого-нибудь переоденем? А давай возьмем нашу... Ой, это что за невидимки? Божечки-кошечки! Что-то я давно, походу, к моим девочкам не заходила. Я даже в шоке, что здесь какие-то невидимочки есть. Но я хотела, знаете, кого взять? Вот эту девчушку с единорожкой. Потому что мне интересно посмотреть, какая она будет платьице. Иди ко мне, я тебя переодену немножечко. Ну, давай посмотрим, что у нас тут есть. На тебе, кстати, можно посмотреть маечки какие-нибудь. Или, кстати, у нас есть денежки, можно вот эту накупить. И юбочку сейчас что-нибудь подберем. О, а давай ей... денег не хватает. Придется такую, что ли? А давай вот эту юбку тогда возьмем. Фух, повезло, что еще одна юбка была свободная. А то мне бы сейчас не хватило денег, и я бы расстроилась. И было бы как-то несправедливо, что ли. Так, бантик сделаем ей. И браслетик. Что у нас там из браслетиков? Вот еще какой есть. Ну что, отличная девчонка получилась. Просто милейшее создание. Такой расколбас, ты только посмотри, как она танцует весело. И, кстати, огненная девочка почему-то с ней не в такт танцует, это странно. Ну что ж, а на сегодня все. Обязательно ставь лайки и не забывай подписываться на канал, чтобы не пропустить новые крутые видосики. Всем пока-пока. А я пойду пока кого-нибудь сделаю невидимым. Это же так прикольно. Всем пока-пока.